Окей. Ну, вопрос такой не самый простой, потому что все привыкли запрещать, все привыкли контролировать. Наверное, это с самого детства идет. Родители, школы, институты, нравственность, нравственность. Почему такие безнравственные? Ну, давайте тогда делать, как бы не запрещать, а делать наоборот. Пропагандировать, как бы, семью, пропагандировать семейные отношения, то есть учить в детстве, что, ну, там, не в детстве, в юности, я не знаю, как это, чтобы понимать, как делать, что это значит. Но, наверное, это здесь законов таких нет, закон один, это любовь. А, ну, если есть любовь, то и если она нормальная любовь или ненормальная любовь, я не знаю, кто как к этому относится. Ну и, наверное, с пониманием отнестись к тем людям, которые, ну, там, допустим, какой-то не той ориентации, да, там, проституцией, я не знаю, там, занимаются. Но давайте делать наш мир лучше, давайте делать нашу страну лучше, давайте делать такие возможности, чтобы не было тех возможностей, чтобы заниматься теми вещами, которые мы хотим контролировать. Зачем? Ну вот просто.